Nuestro color en las lámparas. ¿De qué? 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 ¿De Скажи Маше. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда ты подошел? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы тебя бери, пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль, защищенный сервер с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погоном не съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович. Здравствуйте, я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, я анализы. Да, я их анализы вам не могу. А кто вас ко мне направил? За отделением Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Душить? Нет. Ногти покажи. Маникюр не сделал. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут на ковер? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда подошел? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы тебя бери, пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль, защищенный сервер с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают.
Ворота. Ты психичного нерва? Нет, нет. Подозрение в аневризме. А кто вас ко мне направил? Давайте ленин, Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти тоже. Маникюр не сделал. Моражка. Где твое достоинство государственного человека? Звенок. Алло? Да, Дэн. А тебя знают на корон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда подошли? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцев не обвери пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес? Построй автомат. Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия стройавтомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Шабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Ты психичного нерва? Нет, нет. Подозрение в аневризме. А кто вас ко мне направил? Давайте ленин, Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти тоже. Маникюр не сделал. Моражка. Где твое достоинство государственного человека? Звенок. Алло? Да, Дэн. А тебя знают на корон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда подошли? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцев не обвери пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес? Построй автомат. Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия стройавтомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Шабурова.
Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он мне с погонами съест. Этот может. Тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорские своих не бросают. Владимир Иванович. Здравствуйте, я к вам. Моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, я анализы. Да, я анализы вам не нужны. А кто вас ко мне направил? За отделением Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Душить? Нет. Ногти тоже. Манитернистый. Марашка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Дэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью, в твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы обвели пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес по сбору автомату? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия своего автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. Тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорские своих не бросают. Владимир Иванович. Здравствуйте. Я к вам. Моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? За отделением Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. 3-5 метров в секунду. Душить? Нет. Ногти тоже. Манитернистый. Марашка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Дэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью, в твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы обвели пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно?
Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата. Уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитро ты, Шабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Это еще и на нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризм. Да, а кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти покажу. Не черничка. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимушка. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут на камеру? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью, в твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальца тебя бери, пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитро ты, Шабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте. Я к вам. Моя фамилия Муратова. Муратова. Это тебе еще и на нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризм. Да, а кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти покажу. Не черничка. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимушка. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут на камеру? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину.
никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда я подошью? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальц не отбери, пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия стройавтомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитро ты, Сабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он мне с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросает. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? Давайте реанимум, Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Подушить? Нет. Ногти тоже. Ни хер не хер. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут на корабль? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда я подошью? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальц не отбери, пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия стройавтомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитро ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросает. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? Давайте реанимум, Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Подушить? Нет. Ногти тоже. Нихер не хер. Наранжка.
приехали до Стоинского государственного человека. Зинок. Алло? Да, Дэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы обвери пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес по строй автомату? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строй автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорский своих не бросает. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Подушить? Нет. Ногти тоже. Не тернистый, а наранжевый. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Дэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы обвери, пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес по строй автомату? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строй автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорский своих не бросает. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, я анализы.
Кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. 3-5 метров в секунду. Душить? Нет. Ногти кашу. Не тернистый, а наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, Нэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это расскажу? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошли? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальца тебя бери, пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. Тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Все, чую. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, я анализы. А кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Душить? Нет. Ногти кашу. Не тернистый, а наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, Нэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это расскажу? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошли? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальца тебя бери, пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Thank you.
Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорские своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте. Я к вам. Моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей шейного нерва? Нет, нет. До среднего аневризма. А кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. 3-5 метров в секунду. Душить? Нет. Ногти покажу. Не черни всех. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда подошли? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы не обвери, пожар. Что хочешь сказать? Исчета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия стройавтомата. Уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей шейного нерва? Нет, нет. До среднего аневризма. А кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Душить? Нет. Ногти покажу. Не черни всех. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда подошли? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы не обвери, пожар. Что хочешь сказать? Исчета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть
сняла бухгалтерию с автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович. Здравствуйте, я к вам. Моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? Зав. Отделение Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти тоже. Маникюр не сделал. Наражка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Дэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда ты подошел? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы бери, пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия с автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? Зав. Отделение Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти тоже. Маникюр не сделал. Наражка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Дэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью? В твое личное дело, что ли?
У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальца не обвели пожар. Что хочешь сказать, счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорские своих не бросают. Владимир Иванович. Здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, и анализы. Да, и анализы вам не нужны. А кто вас ко мне направил? За подозрением Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Душить? Нет. Ногти тоже. Не черничка. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда подошью? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальца не обвели пожар. Что хочешь сказать, счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович. Здравствуйте. Я к вам. Моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, и анализы. А кто вас ко мне направил? За подозрением Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. 3-5 метров в секунду. Душить? Нет. Ногти тоже. Не черничка. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут Макарон? Хорошо.
буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда ты подошел? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы не отбери, пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строй автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Шабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Это шейного нерва? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, а кто вас ко мне направил? Давайте ленем, Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Подушить? Нет. Ногти покажу. Маникюр не сделал. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимушка. Алло? Да, Андрей. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес? Протокол о списании. Куда подошел? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы не отбери, пожар. Что хочешь сказать? Из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строй автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Шабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте. Я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Это шейного нерва? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, а кто вас ко мне направил? Давайте ленем, Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом.
Душить? Нет. Ну, кто тоже? Не тюрнистый, а наражковый. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, ты? А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда он подошел? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы отбери пожар. Что хочешь сказать? Есть счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он мне с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросает. Владимир Иванович. Здравствуйте, я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? Давайте Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Душить? Ну, кто тоже? Не тюрнистый, а наражковый. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, ты? А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда он подошел? В твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы отбери пожар. Что хочешь сказать? Есть счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол, но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросает. Зимок.
Владимир Иванович. Здравствуйте, я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Алексей Шейнов нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. Да, я анализы. Да, я анализы вам не могу. А кто вас ко мне направил? За отделением Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. Душить? Нет. Ногти тоже. Интернете. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Нэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью, в твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы обвели пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес по строй автомату? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия стройавтомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорский своих не бросает. Владимир Иванович. Здравствуйте. Я к вам. На фамилию Муратова. Муратова. Алексей Шейнов нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? За отделением Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо. Проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть. 3-5 метров в секунду. Душить? Нет. Ногти тоже. Интернете. Наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зинок. Алло? Да, Нэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью, в твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы не обвели пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес по строй автомату? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строй автомата. Уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Сабурова.
Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте, я к вам, моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризм. Да, а кто вас ко мне направил? Зовите Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти покажу. Не черники, а наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, Нэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью, в твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы тебя бери, пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес, построй автомат? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия стройавтомата, уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, он крем молодец. Хитра ты, Сабурова. Ладно, чтоб через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорских своих не бросают. Владимир Иванович, здравствуйте. Я к вам. Моя фамилия Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризм. Да, а кто вас ко мне направил? Зовите Ленин Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите. Спасибо. Мать прокурора не должна пахнуть псом. Душить? Нет. Ногти покажу. Не черники, а наранжка. Где твое достоинство государственного человека? Зимок. Алло? Да, Нэн. А тебя зовут Макарон? Хорошо, разберемся, скоро буду. Кому я все это рассказываю? Останови машину. Я никуда больше не поеду. Мам, пожалуйста. И не надо прикрываться правовым казусом, Фирсенко. Это не казус, это разгильдяйство. Ты должен был изъять компьютер. А что ты мне принес протокол о списании? Куда подошью, в твое личное дело, что ли? У меня действительно случился пожар. Да вокруг пальцы тебя бери, пожар. Что хочешь сказать, из счета, переписка, бухгалтерия. Все сгорело, что ли? Да. Николай Васильевич, можно? А
Алина, чуть попозже я сейчас закончу с этим погорельцем. Я как раз по этому вопросу. Капитан Фирсенко не виноват. Что значит не виноват? Ты знаешь, что он мне принес по строю автомату? Вот, протокол о сгоревшем компьютере. Не только протокол. Но и пароль защищенного сервера с выходом через сеть. Так что у нас есть вся бухгалтерия строя автомата. Уже распечатывается. И это главная заслуга капитана Фирсенко. Неужели? Вообще-то, мне кажется, Андрей молодец. Хитра ты, Шабурова. Ладно, чтобы через час вся документация была у меня на столе. Ну, а кофе попить? Ну, через два. Слушай, я думал, он меня с погонами съест. Этот может. С тебя причитается. Да не вопрос. Бегу за коньяком. Шучу. Прокурорские своих не бросают. Владимир Иванович. Здравствуйте, я к вам, на фамилию Муратова. Муратова. Алексей Шейного нервы? Нет, нет. Подозрение на аневризму. А кто вас ко мне направил? Зав. Отделение Максим Александрович. Максим Александрович. Хорошо, проходите.